Организаторы сразу же предупреждают, выставка небольшая. Но те ювелиры, которые приехали в августе в Сочи, привезли самые интересные работы. Неповторимые украшения из натурального камня всегда любимы сочинцами. Поэтому выставочное объединение «Мир камня» из Петербурга 2-3 раза в год бывает в нашем городе и вновь с новыми коллекционными образцами. Сейчас очень модно использовать нетрадиционные камни, непривычные для изделий ювелирных. Например, есть камни, изделия с метеоритами, либо кристаллы необработанные. Каждая женщина, наверное, сама чувствует, что ей одевать. Но я считаю, что камень он всегда украсит. Это может быть и маленький камень, и крупный, который привлекает на себя весь акцент гардероба. Здесь новинки ювелирной моды. Недорогой, но драгоценный камень из Бразилии празиолит с каждым годом становится все более актуальным. Сейчас очень часто стали встречаться в ювелирных украшениях питерских современный камушек празиолит. Он зеленого цвета. Оттенки от месторождения, от температуры он дает всякие разные. От светлого до темного. Празиолит используется как в женских украшениях, так и в мужских. Причем на выставке можно купить не только сами изделия, но и выбрать из россыпи свой камень. Из него по желанию можно выполнить любое украшение под заказ. Кроме золота и серебра, а также бижутерии, представлены сувениры из природного камня селенит. Такое название он получил в честь богини Луны Селены. Сувенирный камень имеет лунный блеск и считается хранителем семейного очага. Выставка «Блеск самоцветов» работает до 10 августа включительно. Всех неравнодушных турмалинам, топазам, аквамаринам, опалам ждут каждый день с 10 до 18 часов в Сочинском художественном музее. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.